Привет, с вами Авто МПС и два автомобиля абсолютно по одинаковой цене. 570 тысяч российских рублей я отдаю за Равон. Равон R3. А я пока подумаю, посмотрю, у нас есть минут 15-20 тест на то, чтобы выяснить, за какую из этих автомобилей стоит отдать 570 тысяч рублей. Datsun Ondo у нас в почти максимальной комплектации. Он мог бы быть еще дороже, если бы у него была большой экран мультимедийной системы, и тогда он стоил бы 608 тысяч. Nexia у нас в максимально возможной комплектации, 570 тысяч, оба автомобиля с автоматами. Оба автомобиля с очень похожими моторами, 1,5 литра и 105 лошадиных сил, 1,6, но старый восьмиклапанник, поэтому 87 лошадок. Очень похожие габариты, все очень-очень близко. Я боюсь, что мне на Datsun'е сегодня будет тяжело. У меня есть надежда на премиальный коричневый цвет. У меня есть надежда на японский бренд Datsun, ведь это японский автомобиль. Ну и, конечно, большой багажник. Я тебя очень долго слушал. И вот в это время наблюдал за вот этой щелью. Вот посмотрите, мои друзья, это у тебя открытый капот или закрытый? Нет, капот закрытый. А если приглядеться, тут еще есть сколы. И под этими сколами металл ржавеет, вздувается, уже появляется ржа. Честно говоря, у Равона тоже есть сколы. Пробег у наших машин одинаковый, 1007 километров. Сколы почище. Но сколы просто белые. Они просто белые, металлоцинкованы. Но капот не с такими щелями отважными. И, в принципе, автомобиль смотрится как-то по-современнее, согласись. Если бы мы разыгрывали балл за внешность, то я бы, честно говоря, отдал его Равону. Но мы его не разыгрываем, мы начнем с динамических испытаний внешность, и выясним, кто же лучше. Внешность – это дело вкуса. Сейчас на кону 570 тысяч. Я бы отдал за Равон. Ты будешь сопротивляться? Разумеется. Вот это ты настоящий мужчина. Значит, поехали по кругу. Поехали. Внимание! Старт! В ручном режиме. Ручной режим. Вот ручной режим. То есть, если я включил первый, то будет висеть первая, и вторая сама не включится. Здорово то, что ESP, если она выключилась, то она выключилась, она не мешается. А вот коробка почему-то сейчас сама перескочила со второй на четвертую передачу. Непонятно для меня причина. Достаточно сильный снос. То есть мне тяжеловато заправлять абсолютно в поворотах. Но в остальном он едет. Мотор бодрый и, собственно, я почти уверен, что Равон будет быстрее. Да, конечно, тоненький руль. Вот сам по себе руль тонкий, резиновый, и это не очень приятно. Может быть, чуть-чуть великовато сносы, но едет он неплохо. Посмотрим на секундомер. Сколько? Без торможения в воротах, если мы считаем. Ну, конечно. Проехал за 42,12. 42,12? Да. Прекрасный результат. Внимание! Старт! Я выбрал режим 2, и Datsun задействует первые две передачи. И склонность к заносу у него заметно более выражена. Им управлять легче. Руль более точный, более понятный. Автомобиль сам уходит в занос, что не часто бывает с переднеприводниками. И это хорошо. Я могу точнее идти по дуге, и он сильнее кренится. Но вот если ему проще попадать в поворот, оп, есть. Как-то вот едешь, есть ощущение единения с автомобилем, как не банально это звучит, но здесь оно есть. А Равон все-таки такой, он подальше от водителя. Он говорит, я себе еду, куда еду, а ты мне не мешай. Datsun чемпион. Datsun чемпион. Я удивлен. Ты получаешь кубок
за отличную динамику. Ты подыграл Датсону. 39-63. Да, он действительно лучше едет. Да, меньше мощности. Да, шасси более узкое. Но подвеска поплотнее. Скорость у меня здесь небольшая, но километров 80 в час, наверное. То есть двух передач мне достаточно вполне. А шасси получше. Машина лучше вкручивается в поворот, точнее руль. И, ну, в общем, как-то им приятнее управлять. Но, наверное, с ростом скорости вот вся эта прелесть, она уйдет на нет, потому что нет системы стабилизации. И зимой на скользкой дороге со склонностью к заносу, который у Датсона есть, я бы этого автомобиля, наверное, опасался. То есть с ним не расслабишься. Да, у тебя же нет ESP, да? Да, Равон надежный, стабильный автомобиль с традиционной склонностью к заносу. Датсон более вертлявый, более интересный. Да, но ты готовься к проигрышу проезда покрышки, потому что он пониже смотрится. Сейчас мы чуть-чуть покрышки пониже у него, да? Давай. Ты готов? Всегда. Поехали на покрышку. Миллиметра дорожный просвет. Так, вот он ее и увез с собой. Дорожный просвет Равона на самом деле тайна за семью печатями. Причем сейчас он установлен на зимних шинах, которые немножко выше стандартной величины. Ну и, собственно, результат точно такой же. Покрышка застревает где-то под защитой двигателя. Я поеду в ручном режиме, то есть у меня сейчас включена первая. Мотор выкрутится примерно до 6000 с небольшим. И, соответственно, потом я включу вторую, потому что если я оставлю коробку в драйве, то уже при 5200, при 5300 машина перейдет на вторую. Это неправильно. Заявлено 14,4, проигрыш больше 2 секунд. Это он рассказывает, как он поедет. Я поеду так же. В ручном режиме, первая, вторая и третья уже буду видеть его в зеркале. Вот посмотрите снаружи, потому что это же все-таки 105 сил. 2 секунды разницы. Готов? 2 секунды разницы. Что ха-ха, что ха-ха, это тебе не ха-ха. Я верю в тягу, у меня объем 1,6 против 1,5 литров. Сейчас я кубок заберу у тебя. Кубок заберу. Готов? Подожди, не готов. Давай. 3. Чуть-чуть я проиграл старт, но не настолько, чтобы это мне помешало. Ну, пару корпусов, наверное. Я просто не понимаю, почему мы проиграли езду по кругу. Ну, просто волковатый автомобиль. Вот они, те самые 8 клапанов, от которых японцы категорически отказались. У ВАЗов есть очень неплохой 106-сильный мотор, мы его знаем по Весте, мы его знаем по Гранте. Но японцы из Датсуна категорически сказали, что они этот двигатель не хотят. Они будут использовать себя только старый, проверенный временем 8-клапанный мотор. Да, он проще, да, он дешевле, там, при обрыве еще что-то. Но мощность есть мощность, и от этого, увы, никуда не денешься. Вот наш кубок. Старт с места, это же важно на светофоре. И главное, набор скорости очень равномерно. Первая, вторая, третья. И хорошо набирает, цепляется. Едет без провалов. 6 передач, а у него 4. Ну вот и выбирайте. На первых двух передачах не сказывается ущербность 4-ступенчатого автомата против 6-ступенчатой коробки на Равоне. Для города, наверное, да. На трассе это разница, и вот эти 2 недостающие ступени, я, конечно, боюсь, что будут мешать заметно сильнее, чем здесь. Увы, абсолютно закономерный, абсолютно предсказуемый, но оттого не более сладкий проигрыш.
без как бы внедорожный тест, по проходимости мы примерно выяснили, что машины равны, хотя потенциально Datsun заметно выше. Ведь кроме прочего, кроме того, что система стабилизации помогает на скорости, да, она еще и помогает справиться как раз вот с такими ситуациями, когда под одними колесами вдруг оказался лед, а под другим твердая поверхность. Ну, более-менее твердая, да. А автомобиль обычный, с традиционным дифференциалом, не выйдет. Но ведь система стабилизации справится. А вот это как раз оно. И сейчас посмотрим, как пройдет этот рабон. В теории он должен сделать это намного легче. Поехали. Datsun on dock. Ну, по сути, та же Лада Гранта. Ну-ка, посигналь. Ой, такой низкий, приятный, я бы сказал. Да, ну никакой. Ну, такой низенький. В Равоне ты сразу раз чувствуешь. В Равоне там... Полиция едет. С бибикалкой отдельно. У нас автомобиль в почти максимальной комплектации. Единственное, чего нам не хватает, это большого экрана мультимедиа. Большущие кнопки, ну как-то вот разбросаны, они неудобны. В первую очередь, вот что обламывает, огорчает в этой магнитоле, ты регулируешь громкость. Все нормально. Нажимаешь, думаешь, я сейчас громкость выключу. То есть вот у тебя зазвонил телефон, и ты говоришь, я сейчас нажму и быстро выключу. А не происходит ничего, потому что выключение отдельной кнопкой. Глупость полнейшая. А если у тебя забинтован указательный палец? Нет, ну какая разница, что делать, попадешь в какую-нибудь кнопку. Но вот это, наверное, недостаток. В остальном печка работает хорошо. Обычный блок отопителя, то есть не климат-контроль, и климат-контроля не может быть. Но в этом смысле они равнозначны с Равоном. У Равона тоже климата быть не может ни за какие деньги. Есть электроподогрев лобового стекла. Это зимой, наверное, круто, но я не люблю... вот эти полоски, то есть я их вижу, особенно ночью ты едешь, встречные фары, и отражаются, появляются блики на вот этих полосочках, на мой взгляд, мешает. Ну и, конечно, вот сейчас на улице около нуля, такая противная мерзкая погода, и ты постоянно чуть-чуть подкручиваешь ручки. Чуть-чуть теплее, чуть-чуть холоднее, то жарко, то холодно. Как но, в Жигуле? Но не потеет, не потеет. Датсон. Получается, езда как в Жигулях, то есть стало жарко, приоткрыло окошко. Стало прохладно, прикрыло окошко. Ну вот если прохладно, запотеет окна. Да нет. Да, ну то есть. Чего? Нормально. Вентиляция нормально. Ну, в данный все момент работает. Жарковато. Салоне, вот, поэтому чуть-чуть жарко. Убавляем. А потом это, конечно. Да, ну вот давай убавим до комфортной температуры. Посмотрим, пока ты рассказываешь, запотеем или нет. Сзади. Ну и, конечно, мы едем 60, гул от задних. У нас шипованные шины и в том, и в этом автомобиле. Да. Причем здесь хорошие мягкие Мишлены. Мы едем по очень гладкому асфальту, недавно уложенному. Очень 60. Сзади навязчиво так ревет колесо. То есть 70, 80. Коробка хорошо работает. Вот коробка, да, старый четырехступенчатый автомат. Мы это уже отмечали в сравнении с Вестой и с любым другим автомобилем, с роботом. Автомат – это однозначное благо. Расход топлива литров по 10, причем и на том, и на другом автомобиле, ну, вот, мне кажется, многовато. Ну вот в городе получается так, причем что на Равоне, что на Датсуне. Журналисты за рулем замечают, что глючит коробка. У нас пока нет. У нас пробег 8000 километров. Мы сегодня проводили жесткие замеры. Жесткие испытания. Да. Давили в пол нормально. Да, и на гоночной трассе ездили, и везде никакого намека на перегрев. Я верю к японцам. Ну, то есть пока вот все хорошо работает. Не знаю, ну, наверное, бывают какие-то отказы, как и с любым механизмом.
Сиденья разгоны без провала. Да, сиденья такие простоватые, из них вываливаются в поворотах, сам кузов кренится. Честно говоря, конечно, вот я бы сказал, что Datsun, ну так же как и Гранта, воспринимается, наверное, предельно дешевым автомобилем. Вот если нужен новый автомобиль, который поедет, то проще себе машину придумать просто нельзя, это будет уже ведро. Вот этот нормальный автомобиль. Его купил, он едет, он везет, мотор нормальный, все хорошо. Но вот ты понимаешь, что это предельное дно. Это вот абсолютно. Renault Logan лучше. Там китайцы своей жизнью. Это абсолютный минимум того автомобиля, на котором сегодня, наверное, можно ездить. А Гранта вне подозрений, да? Да нет, Гранта такая же. Ну и надо сказать, что пластик... Я вдруг себе поймал на мысли, что меня так сильно не раздражает. Вот эта вставочка, да, под алюминий, она как-то успокаивает здесь, освежает интерьер. Вот из того, что мне нравится в салоне, это приборы. Два правильных кругляша, ничего лишнего. И нравится вот эта полочка. Да, ты очку раз положил, и все удобно. Да. Не нравится то, что USB, разъем USB находится прямо на магнитоле. Вот у меня короткий провод для зарядки телефона, и телефон болтается. Телефон достаточно большой, то есть сюда его уже не положишь, он вылетит. И, ну, в общем, было бы удобнее, если бы USB находился где-нибудь, не знаю, там, под сиденьем. Ну, где-то вот. А так, место для телефона вроде бы есть. Первое, что я бы поставил, парктроник сзади. И, конечно, шумоизоляция. То есть вот к цене автомобиля в 570 тысяч рублей можно смело добавлять шумоизоляцию тысяч, наверное, 20-30. Ну, парктроники тысяч, наверное, за 5-7 можно поставить. То есть 600. Потому что ездить вот в таком автомобиле без шумоизоляции, ну, прямо скажем, грустно. Ну, вот. Ну, разбаловался ты, мой дорогой. У тебя даже две подушки безопасности есть. Есть подушки безопасности, нет системы стабилизации. Что, конечно, настоящим джигитам и вообще реальным пацанам не нужно, но, в принципе, если хочется жить долго, то, наверное, хорошо будет так и заполучить. Я как человек, любящий все натуральное, терпимо отношусь вот к такой обязанности всякий раз вставлять ключ, открывать. Но, правда, если немножко похолодает и он замерзнет, я так думаю, извини. Будут проблемы, да? С девушкой это ты пришел к автомобилю. Это делаешь сразу так. Девушка там стоит, дергается. Да, а ты то есть дышишь, вот хочешь ты девушке дверь открыть, а ты должен сначала подойти, вставить ключ. А ты знаешь, сколько зарабатывали в свое время на вот таких приспособлениях, когда точно такие же ключи были, когда ты вставляешь там чуть-чуть вначале фонариком, потом подогреваешь и так далее. Целая история, целая эпопея. Сколько заработано денег, было денег на сигнализациях, которые управляют дистанционно этими центральными замками. Ну, зато не сканируют твою сигнализацию, понимаешь, нет? Вообще никто не угонит. Да, никто не угонит. Ну ладно, милости просим. Ну смотри как. Как в Лексусе. Видишь? Время тикает. Очень приятно. Там два цвета. Черное и... В целом, конечно, двухцветный салон сразу. Бежевый, да. Ну, нет, ну двухцветный салон вот здесь спереди. Это очень приятно. И здесь тоже мягенько, да? Ну, все. Приятно. Симпатично, хромированная окантовочка, это свойство дорогих версий, но вот цена-то одна. Внизу, конечно, самая нижняя часть ковра, она тоже бежевая, и она, конечно, моментально пачкается, это правда. Ой, да. 7 тысяч пробег, но он пока еще более-менее держится. Пока держится. Ну, может быть, все-таки когда-нибудь эти мрачные цвета уйдут, и мы будем ездить в светлых салонах, в светлых брелках. В принципе, погода. Ощущение простора. Лобовое стекло отодвинуто дальше. Да. Мы сидим немножко шире, но как-то вот сразу интерьер заиграл. Интересные шкалы приборов. Плохо, очень плохо сделан дисплей аудиосистемы. Сейчас пасмурно, его видно хорошо. В первой половине дня, когда было солнце, на экранчике не видно практически ничего. Кнопочки хорошие, да, правильные. Музыку, я так понимаю, можно вот так включить и выключить. Да, здесь. Нажатием. Да, здесь удобно, это они молодцы. Потом смотри, какой у меня... Есть управление музыкой на руле. Да,
Смотри, какой сигнал. Да? Только неудобно то, что в центр, как ни нажимай, как ни стучи, пикают только две спицы из четырех. К этому надо просто чуть-чуть привыкнуть. Да, да, это надо привыкнуть, зато он громкий, полноценный. По-моему, у Датсона, я не знаю, сколько, как, какую точку надо попасть, чтобы он заработал. Да, здесь вот он только под пальцами. Подбывает просто беспомощности своей. Ну, сидеть и там боковая поддержка плохая. Здесь. Ну, сами сиденья, я бы сказал, здесь поудобнее как-то вот. Или ну, хочется двери. Боковая поддержка у Датсуна лучше. Здесь меня как-то совсем сбрасывает. Совсем меня сбрасывает. Это надо отметить. Ну, конечно, здесь. Точно же так же, как и в Датсуне, зеркало в автомобиле только есть только одно. Пассажира. Да. А в салонное зеркало встроен AirGlonass. Вот они, кнопочки. У Датсуна AirGlonass нет. А здесь она предусмотрена. Такой же блок управления, но с одной оговоркой. Как только ты направляешь воздух на стекло, или хотя бы частично на стекло, как сейчас, в ноги и на стекло, автоматически включается кондиционер. И выключить его невозможно. То есть, а это означает, соответственно, там дополнительный расход топлива и так далее. Плюс нет такого навязчивого гула колес. Да, салон заметно потише. Явно потише салон. То есть слышно, что шипы, но, то есть, наверное, на скорости за 100 там это может как-то мешать. Здесь, вот сейчас в городе, заметно. То есть из того, что нужно сделать в этом автомобиле, когда его купишь, это поставить сигнализацию сразу же. Да, наверное, и все. Ну, поменять магнитолу на какой-то большой экранчик, это такое уже. Да, ну зачем? Да, AUX есть, USB разъем, вот здесь есть между сиденьями. Но удивительно, что за те же деньги, Datsun, конечно, за те же деньги Ravon оснащен намного лучше. Система стабилизации есть, управление аудиосистемой есть. 105 лошадей есть. Более мощный мотор, более совершенный автомат. 6 ступеней автомат. Да, просто красивый интерьер. Смотри, да, здесь вот еще один цвет ставочка, есть. Трехцветный. Да. То есть вот модель. В нем нет ощущения вот такой дешевки. Две подушки безопасности. Да. Ну так же, как и в Гранте. Вот нет ощущения дешевки. Да, это простой автомобиль, но он и снаружи неплохо выглядит. Ну то есть и ты. И внутри он получше. То есть вот ты даже. Можешь. То есть мы можем мериться какими-то вот мелочами. Да, так же, как и в Датсуне, здесь нет парктроника. Ну, наверное, хотелось бы поставить. Да, чтобы не парковаться по звуку. Но вот в целом это автомобиль, на котором можно ездить. Можно ездить каждый день, не стыдно посадить девушку, не стыдно подвести семью, денег. Ой, да это ж Лада. Потому что в Datsun как бы там его не дорабатывали, и по-моему, ты садишься, и ты в продукции АвтоВАЗа. Здесь иномарка. Вот нормальный человеческий автомобиль. Вот как-то. Все вроде бы то же самое, но сделано с какой-то с любовью, с какой-то заботой о людях. Простенько, но крыша повыше, да, и сам автомобиль попросторнее в салоне. Я тебя заметил, ты сам хвалил этот автомобиль. Вот при том, что я сегодня должен защищать Datsun за интерьер, за ощущение в салоне, за ощущение автомобиля за рулем, я, конечно, я бы Ravon'у бы, ну, два, но один балл я отдаю вот. Без тени, кроме ключа, который мы покритиковали. Кроме ключа, так, кроме подогрева лобового стекла, на мой взгляд, бессмысленного. Не, ну я бы руль как-то вот чуть потолще бы сделал. Как будто он. Но он точно такой же был в Авео, да, и он тоже резиновый, он без кожаной оплетки. На него заказал оплеточку не так дорого. То есть в любом случае, покупая этот автомобиль, нужно оставить немножко денег на доработку. Да, но это автомобиль. А то ладно. Так, где мой кубок? Спасибо, Ravon. Сзади пристегиваемся, хотя на самом деле, наверное, можно было даже не пристегиваться. Тут столько места, что особо никуда и не подвинешься.
то есть колени, ну, буквально пару сантиметров, хорошо, хоть спинка мягкая, и спинки тоненькие. Слушай, мне как-то подголовник, под лопатки. Его поднять. Его надо поднять. Оп! Во! Сидим. Так, а теперь мне крыша. Надежно зафиксировано, ни на кочках, никуда не денешься. Есть третий полноценный трехточечный ремень, есть третий полноценный подголовник. Это, пожалуй, хорошо, но больше здесь хорошего нет ничего. Место над головой минимум, для ног минимум. А ручечка вот держаться на кочках? Ну, если только. Не во всех автомобилях есть. Света нет. Звук над головой. Сиди, я сам открою. Ну да, он как-то гуляет, да? Хотелось бы его с другой стороны нормально. Ну, так же, как и спереди. Вроде бы сидишь, и вроде бы игулка сзади. То есть мы едем 40 км в час. Гул от дороги, конечно. Это все. Не, ну если бы я ловил себе такси, я бы Datsun пропустил. У АвтоВАЗа есть две линейки. Есть более крупные Priora и Vesta. Это автомобили с более просторными салонами. И была задумана Калина, которая потом трансформировалась в Грант, и потом она трансформировалась в Datsun. Это была машинка на ступеньку ниже. Она задумывалась более компактной. Да мне все равно, как она задумывалась. Я не 500 литров в таком автомобиле багажника не нужно. Мне тогда нужно хэтчбэк сзади нормально сидеть. Сзади. Тогда пошли в Равон. Тут даже ремни безопасности под цвет салона. Да, наверное, они марки, особенно для тех, кто собрался на такой машине работать в такси. Спинка установлена с большим наклоном. После Datsun немного непривычно, но, наверное, попросторнее. Над головой, ну, на 2 сантиметра больше места. Сидим шире. Сидим шире заметно. Салон, хотя по цифрам вроде бы ширина кузова снаружи одинаковая. А вот по ощущениям, конечно, такие же массивные ручки. Прям вот даже, наверное, более удобные. Здесь нормальный человеческий салон. Подлокотничек. Да, да. Тоже нет это подсветки. И тоже, ну так. Но не он не провисает. Не, он более плотный. Вот смотри, мы с тобой смотрим вперед, а автомобиль не кончается. Да, лобовое стекло, да, заметно. Дальше просто ощущение более просторное. Но какой-то более светлый, крыша немножко выгнута наружу, пошире. Чуть-чуть, но больше места для ног. Ну, то есть он больше подходит для работы в такси, да? Он просто, так, он для жизни больше подходит, то есть... Ну, тут... если кто-то захочет работать на таком автомобиле, ну, возить пассажиров, да, то он посадит, да, трех пассажиров, и они будут довольны, да? Он посадит свою семью, он посадит сюда тещу, он скажет, молодец, я иномарку купил. До работы. Да. И вот подстаканничек здесь, да? Ну вот как-то все вот. Нет дверных карманов, ну и там их тоже нет. Я надеюсь, что Datsun отыграется в багажнике, потому что в салоне ему противопоставить Равону просто нечего. Его наполнили 376 литров. Узбеки молодцы в том смысле, что сказали почти честную цифру. Обещали 400, поместилось 376. Очень хороший результат. Интересно, сколько на самом деле поместится в Datsun. Обещают 530. 507 литров. 508. Ты просто катком проехал. Это самый большой седан из всех, которые мы когда-либо тестировали. Больше, чем Peugeot 408, больше, чем Citroёn, даже машины более крупного класса. У нас пока еще не было ни одного багажника, который бы перевалил. Как Mercedes Pullman тебе кубок за багажник. Абсолютно заслуженно. Повесь там на эту железку какую-нибудь тряпку, ну невозможно, можно же порезать. Я дома со стены сниму ковер. Да, сделай. И прибью, да, гвоздиками аккуратно. Сделай, пожалуйста.
А вот смотри, у Равончика при всей красоте внешности еще и складывающиеся зеркала. Да, это вот то, чего нет. Уровень техники. 4-3 победа Равона. Но я бы сказал, на самом деле разбивка между этими машинами сильнее. Их отделяет явно не один балл. Равон заметно лучше. Да, нет, ну слушай, очень один балл за победу на круге при таком маломощном моторе это много стоит. Много. Все остальное всего лишь один балл по поражению. Нет, я думаю, что объективная картина у нас сложилась, так сказать. За одни и те же деньги оба эксперта рекомендуют какой автомобиль? Равон. Я не знаю, правда, как рекомендуют эксперты, но я бы за свои 570 тысяч взял именно Равон. Он сдался, но с боем. С вами был Авто МПС. Подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.